Меня зовут Ашимир Жазыкоев, игрок Урарту. Как тебе сегодняшняя игра? Ну, игра была тяжелая. Чем первая игра, потому что только начали, вернулись после зимнего перерыва. Вот. Как настраивались, что соперники думали, там как разбирали вообще? Ну, после первой игры знали, что будет нелегко. Была равная игра в первом туре, вторая игра вот сейчас тоже была равная моментами. Особенно первый тайм был напряжен, наверное. Да, моменты были и у нас, и у них. Мы вот отдаем должное. Молодцы, бились, старались тоже. Кого из вашей команды отметишь, кто сегодня прям сильно-сильно помог? Ну, Артем, на кого? Угу. Старался сегодня, рвал каждый клок земли, потом забил в итоге. Вот. Ну, чуть-чуть нам не хватило. Со стандартов, конечно, пропускаем часто слишком. Нужно исправлять этот момент, да. Ну и последний вопрос. Как-то погода повлияла вообще на игру? Скользко, не скользко? Да, в принципе, нет. Ну, моментами, да, бывают ошибки, тоже выступают, конечно. Но ничего такого.